Добрый вечер всем. Сегодня концерт экспериментальной импровизационной музыки в составе трио меня, Дениса Сорокина, Ильи Голорукова на саксофоне и нашего гостя Кристина Мюллера из Швейцарии. Он сейчас находится в Москве, сейчас в Петербурге, а так вообще в Москве, в арт-резиденции на протяжении уже нескольких месяцев. И, собственно, вот мы с ним немножечко поработали в августе. И сегодня представим, так сказать, такие результаты нашего совместного творчества. Музыка будет тихой, со множеством пауз, и, скорее всего, кого-то она будет раздражать, поэтому не стесняйтесь выходить. Очень важно выключить мобильные телефоны или переставить их в режим полета, именно выключить, то есть, чтобы не было там каких-то наводок, потому что мы сегодня записываем. И работающий телефон, даже с выключенным звуком, он будет давать наводки на аппаратуру. Вот. У нас будет концерт два отделения. Мы сыграем сейчас минут 30, наверное, потом перерыв. И еще минут 30. Всем спасибо. Будьте здоровы.
Thank you.
Спасибо. Сейчас перерыв. Я думаю.
Thank you.
Спасибо. Илья Белоруков, Денис Сорокин, Кристоф Валерьевич.